Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Иоанн, глава 3. Сегодня у Иисуса Христа более миллиарда последователей. 4 Евангелия сохранили до наших дней историю зарождения христианской веры. Однако об одних и тех же событиях повествуется в них несколько по-разному. Эта история Христа взята целиком из Евангелия от Луки. «Рассудилось и мне по тщательному исследованию всего сначала по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен». Во дни Ирода, царя иудейского, послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к Деве. Имя же Девы – Мария. Не бойся, Мария. Ибо ты обрела благодать у Бога, и вот зачнешь во чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Как это будет? Ведь я дева. Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя посему, и рождаемое святое наречется Сыном Божиим, и царство его не будет конца. И пошла Мария в Нагорную страну, в город Иудов, к родственнице своей Елисавете, которая чудом в старости зачала ребенка. Елисавета! Мария! Сестра моя! Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего. Ибо когда твой голос услышала я, взыграл младенец радостно во чреве моем. Величит душа моя Господа! И возрадовался дух мой о Боге, Спасителе моем. Ибо отныне будут ублажать меня все роды. Знайте, жители Назарета, вышло от римского императора Кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Каждый человек должен записаться в городе, где были рождены его предки. Пошел Иосиф из Галилеи, из города Назарета в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, записаться с Марией, обрученной ему женой, которая была беременна. Не было им места в гостинице, и обрели они пристанище в простом хлеву. В той стране были на поле пастухи. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их. Родился в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И поспешили тогда пастухи, и увидели младенца, лежащего в яслях, и разнесли добрую весть о рождении Спасителя. По прошествии 8 дней, когда надлежало обрезать младенца, дали ему имя Иисус, и принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господом. Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. Ныне отпускаешь раба твоего, Владыка, по слову твоему с миром. Ибо видели очи мои спасение твое, сей нападение и восстание многих и в предмет пререканий.
Когда они совершили все по закону Господню, возвратились в Галилею, в город свой Назарет. Каждый год родители Иисуса ходили в Иерусалим на праздник Пасхи. И когда он был 12 лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник. Когда же по окончании дней праздника возвращались, остался отрок Иисус в Иерусалиме, и не заметили того Иосиф и матерь его. Через 3 дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей. Чей это мальчик, что задает такие вопросы? Он из Назарета. Мы думали, что он пошел с нами. Простите его дерзость. Все слушавшие его удивились разуму и ответам его. Чадо, что ты сделал с нами? Отец твой, я с великой скорбью искали тебя. Зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему? И он пошел с ними и пришел в Назарет, и преуспевал в премудрости, и в возрасте, и в любви у Бога и человеков. В 15-й же год правления Тиверия Кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был четвертовластником в Галилее, при первосвященниках Анне и Каиафе был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне. И он проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное!» Глас вопиющего в пустыне приготовьте путь Господу. Прямыми сделайте стези Ему. Всякий дол да наполнится. Всякая гора и холм да понизится. Кривизны выпрямятся. И неровные пути сделаются гладкими. И узрит всякая плоть спасение Божие. Как написано в книге пророчеств Исаии. Вы порождение ехидны. У кого есть 2 одежды? Отдай одну неимущему. У кого есть пища, делай то же. Учитель, мы сборщики налогов, мытари. Что нам делать? Ничего не требуйте более определенного вам. Мы воины, а нам что делать? Не отнимайте деньги силой, не обижайте никого. Довольствуйтесь своим жалованием. Ни на кого не клевещите. Скажи нам, ты ли Христос? Да. Пусть скажет. Скажи нам. Я крещу вас водою, но идет сильнейший меня, у которого я не достоин развязать ремень обуви. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое, и соберет пшеницу в житницу свою, а солому сожжет огнем неугасимым.
Дух Святый не сшел на Иисуса в телесном виде, как голубь. И был глас с неба глаголящий: «Ты, Сын мой возлюбленный, в Тебе мое благоволение». Иисус, начиная свое служение, был лет 30. Исполненный Духа Святого, возвратился он от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Там 40 дней он был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни и напоследок взалкал. И сказал ему дьявол: «Если ты Сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом». Написано: «Не хлебом единым будет жить человек, но Словом Божиим». И, возведя его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени. «Тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их, ибо она предана мне, и я кому хочу даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое». Написано: «Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи». И повел его дьявол в Иерусалим и поставил его на крыле храма. «Если ты Сын Божий, бросься отсюда вниз, ибо написано: ангелом своим заповедает о тебе сохранить тебя, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоей». Написано: «Не искушай Господа Бога твоего». И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею. Пришел Иисус по обыкновению своему в день субботний в синагогу. И позвали его прочесть Писание пророка Исаии. «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». Исполнилось Писание? Но только Мессия может осуществить все это. Исполнилось Писание? Только Мессия. Как это можно знать?
Конечно, вы скажете мне присловие. Врач, исцели самого себя. Сделай здесь, в твоем отечестве, то, что мы слышали в Капернауме. Истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем отечестве. И повели его на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его. Но он, пройдя посреди них, удалился. И пришел в Капернаум, город Галилейский. Гнет римский был как никогда силен, и люди ожидали, чтобы Мессия пришел и освободил их от тирании. Мир тебе. Мир тебе, наставник. Выдержит ли меня лодка? Конечно. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам себе так. Боже, благодарю тебя, что я не таков, как прочие люди. Грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо. Но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику! Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот. Ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится. Симон, отплывите на глубину и закиньте сети свои для лова». Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали. Но по слову твоему, я закину сеть. Яков! Иоанн! Яков, Иоанн, плывите сюда! Помогите нам с уловом! Смотри, смотри! Какой улов! Не могу, у меня руки заняты! Этого хватит. Никогда мы еще столько не ловили. Смотри! Выйди от меня, Господи, потому что я грешный человек. Не бойся. Отныне будешь ловить человеков. Придите ко мне, выслушайте мои слова, и жива будет душа ваша. Ищите Господа, ибо можно найти Его. Призывайте Его, ибо Он близко. Нечестивый пусть оставит свой путь, и беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу, ибо Он многомилостив, и простит Он все грехи. Итак, вы выйдете с весельем,
и будете провождаемы с миром. Иисус! Иисус! Прошу тебя, спаси мою дочь. Она умирает, ей 12 лет. Иисус, пожалуйста, зайди ко мне. Иаир, послушай. Иисус. Дочь твоя умерла. Не утруждай учителя. Не бойся. Только веру и спасена будет. Не плачьте. Она не умерла, но спит. Дитя, встань. Дайте ей есть. И о происшедшем никому не сказывайте. После сего Иисус вышел и увидел мытаря именем Леви, сидящего у сбора пошлин. Следуй за мной. В те дни взошел он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. Когда же настал день, призвал учеников своих и избрал из них 12, которых и наименовал апостолами. Симона, которого и назвал Петром, и Андрея, брата его, Иакова, и Иоанна, Филиппа, и Варфоломея, Матфея, и Фому, Иакова Алфеева, и Симона, прозываемого Зелотом, Иуду, сына Иакова,
и Иуду Искариота, который потом сделался предателем. Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царствие Божие. Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь. Блаженны плачущие, ибо вы смеетесь. Блаженны вы, когда возненавидят вас люди, и когда отлучат вас, и проклянут за Сына Человеческого. Возрадуйтесь тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах. Так поступали с пророками их отцы. Семнадцать, пятнадцать, двадцать. Это все, что я имею. Что значит все, что я имею? Горе вам, богатые, ибо вы уже получили свое утешение. Он не хочет быть богатым, он безумец. Горе вам, смеющиеся ныне, ибо вас плачете и возрыдаете. Горе вам. Когда все люди будут говорить о вас хорошо. Ибо так принимали лжепророков отцы их. Но вам, слушающим, говорю, любите врагов ваших. Благотворите ненавидящим вас. Благословляйте проклинающих вас. И молитесь за обижающих вас. Ударившему тебя по щеке, подставь и другую. И отнимающему у тебя верхнюю одежду, не препятствуй взять и рубашку. Всякому просящему у тебя давай. И от взявшего твое не требуй назад. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступаете с ними. И если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники любящих их любят. И если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники тоже делают. Он касается ее. Как он может говорить с ней? Смотреть стыдно. Блуднеется. Блуднеется. Нет. Любите врагов ваших. И благотворите. И взаймы всегда давайте. И будет вам награда великая. И будете сынами Всевышнего. Ибо он благ неблагодарным и злым. Будьте милосерды, как и отец ваш милосерд. Не судите и не будете судимы. Не осуждайте и не будете осуждены. Прощайте и прощены будете. Давайте, и дастся вам. Какую меру и мерите, такой уж отмерится и вам. Может ли слепой водить слепого? Не оба ли упадут в яму? Ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь. Веди нас, наставник. Будь с нами, Господь. Блаженно чрево, носившее тебя, Господь наш. Блаженны слышащие Слово Божие и соблюдающие его. Хотел бы я знать, кто он. Ты думаешь, что он
Мессия? Некто из фарисеев просил его вкусить с ним пищи, и он, войдя в дом фарисея, возлег. Уходите, дети. Вы слышали? Кому я сказал? Уходите. Что они его проказничали, где только могут. Что она делает здесь? Не знаю. Зачем она пришла? Прикасается к нему. Ибо женщина — это грешница. Я знаю, кто она, Симон. Послушай меня. Два человека задолжали взаимодавцу. Один 500 динариев, другой 50. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Который из них возлюбит его более? Думаю, тот, которому более простил. Да, верно. Видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал. А она слезами омыла мне ноги и волосами головы своей отерла. Ты целования мне не дал. А она не перестает целовать мне ноги. Ты головы мне маслом не помазал. А она миром помазала мне ноги. А потому прощаются грехи ее многие, ибо она возлюбила много. А кому мало прощается, тот мало любит. Прощаются тебе грехи. Вера твоя спасла тебя. Иди с миром. Я... После сего он проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царствие Божие. И с ним 12, и некоторые женщины, которых он исцелил от злых духов и болезней. Мария, называемая Магдалина, и Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова, и Сусанна, и многие другие, которые служили ему имением своим. Ешьте, пейте, угощайтесь. Ирод, обличаемый от Иоанна за Иродиаду, жену брата своего, и за все, что сделал Ирод худого, заключил Иоанна в темницу. Слушаю. Когда мы приблизились к воротам Наина, выносили умершего, единственного сына у матери, а она была вдова. Увидев ее, Господь жалился над ней и, подойдя, прикоснулся к одру и сказал: «Юноша, тебе говорю, встань!» Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить. И отдал его Иисус матери его. Спроси, ты ли тот, который должен прийти? Или ожидать нам другого? Наставник. Наставник.
Иоанн Креститель послал нас спросить, ты ли тот, которому должен прийти, или другого ожидать нам. Скажите Иоанну, что видели и слышали. Хромые ходят, слепые видят. И блажен, кто не соблазнится о мне. Отец, подними меня, пожалуйста. Садись на плечи. Теперь видишь? Я вижу Иисуса. Вышел сеятель сеять семя свое. И когда он сеял, иное упало при дороге и было потоптано. И птицы поклевали его. А иное упало на камень. И, взойдя, засохло, потому что не имело влаги. А иное упало между тернием. И выросло терние, и заглушило его. А иное упало на добрую землю. И, взойдя, принесло плод вторичный. Кто имеет уши слышать, да слышит. Учитель, почему ты всегда притчами народу говоришь? Вам дано знать тайны Царствия Божия, а прочим в притчах, так что они, видя, не видят, и слыша, не разумеют. Вот что значит притча сия. Семя есть Слово Божие. А упавшие при пути – это суть слушающие, которым потом приходит дьявол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись. А упавшие на камень – это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают, но не имеют корня, и временем веруют, а во время искушения отпадают. А упавшие в тернии – это те, которые слушают слово, но, отходя заботами, богатством и наслаждениями житейскими, подавляются и не приносят плода. А упавшие на добрую землю – это те, которые, услышавши слово, хранят его в добром сердце и приносят плод в терпении. Никто, зажегши свечу, не прячет ее и не ставит под кровать, а ставит на подсвечник, чтобы входящие видели свет. Ибо нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, ни сокровенного, что не делалось бы известным и не обнаружилось бы. Итак, наблюдайте, как вы слушаете. Ибо кто имеет, тому дано будет. А кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь. Учитель! Мать и братья твои стоят вне, желая видеть тебя. Мать и братья мои – суть слушающие Слово Божие и исполняющие его. В один день он вошел с учениками своими в лодку и сказал им: «Переправимся на ту сторону озера». И отправились. Во время плавания их он заснул. Наставник! Наставник, проснись, погибаем! Держите руль! Наставник, проснись, наставник! Проснись! Держите руль! Проснись, наставник! Помоги! Помоги, спаси нас! Помоги, наставник, спаси нас! Учитель! Учитель! Разбудите его! Проснись, учитель! Мы погибаем! Проснись! Спаси нас! Спаси нас! Мы спасены! Спасены! Спасены!
Мы спасены! Спасены! Мы спасены! Где вера ваша? И приплыли в страну Гадаринскую, лежащую напротив Галилеи. Всевышнего. Что тебе до меня? Умоляю, не мучь меня! Как тебе имя? Легион. Прошу, не повелевай нам идти в бездну. Позволь нам войти в свиней. Эй! Стойте назад! Куда вы? Бесы, вышедшие из человека, вошли в свиней. Остановитесь! Уходите отсюда! Ты заклинатель! Убирайся! Убирайтесь! Все убирайтесь! Я пойду за тобой куда угодно, чтобы мне быть с тобой. Возвратись и поведай, что Бог совершил. Учитель, отпусти народ, чтобы они пошли в окрестные селения и деревни и достали пищи, потому что здесь мы в пустом месте. Вы сами дайте им есть. У нас нет более 5 хлебов и 2 рыб. Благословите Господа Бога нашего, который даровал хлеб земле нашей во славу свою. Come on.
сыну человеческому должно много пострадать. За кого почитает меня народ? Почитают тебя за Иоанна Крестителя, а иные почитают за Илию. Другие же говорят, что один из древних пророков воскрес и пришел на землю. А за кого вы почитаете меня? За Христа Божия. Никому о сём не говорите. Сыну человеческому должно много пострадать и быть отверженным, и быть убитым, и в третий день воскреснуть. Следует за мною. Я пойду за тобою, Господи. Но прежде позволь мне проститься с домашними моими. Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия. Если кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой. Ибо кто хочет душу сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня, тот сбережет ее. Ибо что пользу человеку приобрести весь мир, а себя самого погубить? Ибо кто постыдится меня и моих слов, того Сын Человеческий постыдится, когда приедет во славе Своей, Отца и Святых Ангелов. Есть некоторые среди вас, которые, не вкусив смерти, уже увидят Царствие Божие. После сих слов дней через 8, взяв Петра, Иоанна и Иакова, взошел он на гору помолиться. И когда молился, вид лица его изменился, и одежда его сделалась белую, блистающую. И вот два мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илия. Ты совершишь Божие определение и примешь смерть в Иерусалиме. И когда они отходили от него, сказал Петр Иисусу: «Наставник, хорошо нам здесь быть. Сделаем три кущи. Одну тебе, одну Моисею». Когда же он говорил это, явилось облако и осенило их. И устрашились, когда вошли в облако. И был из облака глас глаголящий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте». Учитель, учитель, умоляю, взгляни на моего сына. Пожалуйста, помоги. Он один у меня.
Я просил учеников твоих помочь. И они не могли. О, род неверный и развращенный. Доколе буду с вами и буду терпеть вас. Приведи сюда сына. Господи, научи нас молиться, как Иоанн, учеников своих. Когда молитесь, говорите: Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает. И ищущий находит, и стучащему отворят. Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? Или змею вместо рыбы. Если вы умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящему у него. Не заботьтесь для души вашей, что вам есть. Не для тела во что одеться. Душа больше пищи. И тело одежды. Посмотрите на воронов. Они не сеют, не жнут, нет у них ни хранилищ, ни житниц. И Бог питает их. Сколько же вы лучше птиц? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хоть на один локоть, если и малейшего не можете сделать? Что заботитесь о прочем. Посмотрите на лилии, как они растут. Не трудятся, не придут. Соломон во славе своей не одевался так, как всякая из них. Если Бог траву на поле, которое сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, так одевает, то тем более оденет вас. Маловеры. Господи, умножь в нас веру. Если бы вы имели веру зерно горчичное и сказали смоковнице сей, исторгнись и пересадись в море, то она послушалась бы вас. Thank you.
невозможно не прийти соблазн. Но горе тому, через кого они приходят. Лучше было бы ему, если бы мельничный жернов повесили ему на шею и бросили его в море, нежели чтобы он соблазнил одного из малых сих. Чему подобно царство Божие? Зерну горчичному, которое, взяв, человек посадил в саду своем. И выросло, и стало большим деревом, и птицы небесные укрывались в ветвях его. Я не понимаю, о чем говорит он. Зачем вы едите и пьете с этими мытарями и грешниками? Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию. Расскажи о Божьем царстве. Что оно такое? Не бойся, малое стадо, ибо отец ваш благоволил дать вам царство. Продавайте имение ваше и давайте милостыню. Приготовляйте себе вместилище неветшающееся, сокровище неоскудевающее на небесах. Куда вор не приближается и где моль не съедает. Где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. Женщина, ты освобождаешься от недуга своего. Смотрите, она исцелилась. Чудо! Чудо! Она исцелилась! Чудо! Чудо! Может ли такое быть? Слава тебе, Господи! Кончились мучения, кончились. Есть 6 дней, в которые должно делать. Те дни и приходите исцеляться. А не в этот день субботний. Правильно, лицемеры! Не отвязывает ли каждый из вас вала своего от яслей в субботу и не ведет ли поить? Сию же дочь Авраамову, которую связал сатана вот уже 18 лет. Не надлежало ли освободить от уз сих в день субботний? Он не должен был этого делать! Он позволяет себе! Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Что называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй. Почитай своих мать и отца. С самых юных лет я соблюдал все до единой заповеди. Еще одного не достает тебе. Все, что имеешь, продай и раздай нищим. И будешь иметь сокровища на небесах. Но я же купец. Я богат. Трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие. Ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие. Кто же может спастись? Невозможно и человеком, возможно, Богу. Скажи, когда же придет Царствие Божие? Не придет Царствие Божие приметным образом. И не скажут, вот оно там или вот здесь. Ибо Царствие Божие внутри вас есть. Придут дни, когда пожелаете видеть хоть один из дней Сына Человеческого. И не увидите. Ибо как молния, сверкнувшая от одного края неба, блистает до другого края неба, так будет Сын Человеческий в день свой. Но прежде надлежит ему много пострадать и быть отвержен родом сим.
Но скорее небо и земля придут, нежели одна черта из закона пропадет. Многие пророки и цари желали видеть, что вы видите, и не видели. И слышать, что вы слышите, и не слышали. Что делать нам? Что Писание говорит? Как ты понимаешь его? Возлюби Господа Бога всем сердцем, всей душой, со всей силой и всем умом, и ближнего, как самого себя. Так поступай, и будешь иметь жизнь вечную. А кто мой ближний? Ну, не те воины. А кесарь кто? Один человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойником, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю один священник шел той дорогой и, увидев его, прошел мимо. Так же и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, жалился. И подошед перевязал ему раны, возливая масло и вино. И, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: «Позаботься о нем, и если издержишь то более, я, когда возвращусь, отдам тебе». Кто из этих троих, думаешь, ты был ближний попавшимся разбойникам? Оказавший ему милость. И ты поступай так же. Пустите детей приходить ко мне и не возбраняйте, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него. Кто примет сие дитя во имя мое, тот меня принимает. А кто примет меня, тот принимает пославшего меня. Ибо кто из вас меньше всех, тот будет велик. Давидов, помилуй меня. Чего ты хочешь от меня? Я прозреть хочу. Прозри. Вера твоя спасла тебя. Какое чудо! Я вижу все. Такое чудо. Сойди скорее, ибо сегодня надо бы мне быть у тебя в доме. У меня!
Возлюби Господа твоего всем сердцем твоим и ближнего твоего, как самого себя. Слушайте, половину имения моего я дам нищим. Если кого чем обидел, то воздам им в 4 раза больше. Берите. Не верю глазам своим. Мы-то раздающие обратно собранные. Невероятно. Берите. Ныне пришло спасение дому всему, потому что и он есть сын Авраама. Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Слушайте. Мы восходим в Иерусалим. И совершится все написанное о Сыне Человеческом. Ибо предадут его язычникам. И поругаются, и оскорбят его, и оплюют его. И будут бить и распнут его. И в третий день он воскреснет. Сказав это, он пошел далее, восходя в Иерусалим. Учитель, прикажи ученикам своим замолчать. Сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопьют. Иерусалим, Иерусалим, если бы и ты, хотя всей твой день узнал, что служит к миру твоему. Но это сокрыто от глаз твоих, ибо придут дни, когда враги твои обложат тебя копами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих, и не оставят камня на камне, ибо ты не узнал времени посещения твоего. Его! Задержите!
и многие уже объявили его царем. Царем? Царем воров, нищих, блудниц. Мы уже видели таких. Они приходят, предъявляют права и уходят. Они забыты. Не заблуждайтесь. Множатся его последователи. Люди верят ему. И верят, что он царь. Я предупреждаю вас, если беспорядки будут продолжаться, вы будете в ответе. Возможно, он прав. Нужно остановить галилеянина. Первосвященники, и книжники, и старейшины народа искали погубить его. И не находили, что бы сделать с ним, потому что весь народ неотступно слушал его. И тут всего две лепты. Что так мало? Говорю вам, что эта бедная вдова больше всех положила. Ибо все те от избытка своего положили в дар Богу. А она от скудости своей положила все пропитание свое, какое имела. Скажи нам, какую властью ты это делаешь? Кто дал тебе сию власть? Спрошу и я вас. Скажите, крещение Иоанново с небес было или от человеков? Что нам сказать? Если скажем, что с небес, то он скажет, что ж не поверили ему. А если скажем от человеков, то весь народ побьет нас камнями. Ибо он уверен, что Иоанн есть пророк. Не знаем, откуда была власть его. И я не скажу вам, какую властью это делаю. Один человек насадил виноградник и отдал виноградарям. И отлучился на долгое время. И в свое время послал он к виноградарям раба, чтобы дали ему плодов из виноградника. Но виноградари жестоко избили раба и прогнали. Еще послал другого раба. Но они этого, прибившие и обругавшие, отослали ни с чем. И еще послал третьего. Но они и того изранивши выгнали. Тогда сказал господин виноградник: что мне делать? Пошлю сына моего возлюбленного. Может быть, увидевши его, устыдятся. Но виноградари, увидевши сына, рассуждали: это наследник. Пойдем, убьем его и завладеем наследством его. И выведши его из виноградника, убили. Что же сделает с ними господин виноградник? Придет и погубит виноградарей тех и отдаст виноградник другим. Что значит сие написанное? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла. Всякий, кто упадет на тот камень, разобьется. А на кого упадет тот камень, тот в пыль будет раздавлен. Учитель, мы знаем, что ты правдиво говоришь и учишь, и не смотришь на лица, но истинно пути Божии учишь. Просим тебя, ответь на наш вопрос. Скажи, или это против закона для нас давать подать римскому императору? Покажите мне динарий. Чье на нем изображение и надпись? Итак, отдавайте кесарю все, что кесарево, а Богу все, что Божие. Настал же день опресноков, в котором надлежало заколоть пасхального агнца. И послал Иисус Петра и Иоанна, сказав: пойдите, приготовьте нам есть Пасху.
Очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания. Ибо сказываю, что уже не буду есть ее, пока она не свершится в Царстве Божием. Благословен ты, Господь Бог наш, даровавший нам сии плоды виноградные. Примите ее и разделите между собой. Ибо не буду пить от плода виноградного, доколе не приедет Царствие Божие. Благословен ты, Господь Бог наш, даровавший нам сей хлеб земли нашей. Сие есть тело мое, которое за вас предается. Сие творите в мое воспоминание. Сия чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается. И вот рука, предающая меня со мною за столом. Впрочем, Сын Человеческий идет по предназначению, но горе тому человеку, которому он предается. Не может быть. Кто это может сделать? Нет среди нас такого. Назови предателя, Господь. Кто из вас больше, будь как меньший. И начальствующий, как служащий. Ибо кто больше, возлежащий или служащий? Не возлежащий ли? А я посреди вас, как служащий. Но вы прибыли со мною в напастях моих. Я завещаю вам, как завещал мне Отец мой, царство. Да идите и пиете за трапезой моей в царстве моем. И сядете на престолах судить 12 колен Израилевых. Тогда нет среди нас предателя. Симон, Симон, вот. Сатана, дабы искусить вас, просил сеять вас, как пшеницу. Но я молился, чтобы не оскудела вера твоя. И ты, обратившись, утверди братьев твоих. Господи, с тобой я готов и в темницу, и на смерть идти. Говорю тебе, Петр, не пропоет петух сегодня, как трижды отречешься, что не знаешь меня. Когда я посылал вас без суммы, имели вы в чем недостаток? Нет. Но теперь, кто имеет мешок, тот возьми его. А у кого нет, продай одежду свою и купи меч. Ибо исполнится, что сказано в Писании, и к злодеям причтен. Ибо то, что о мне, приходит к концу. Учитель, вот здесь два меча. Довольно их. Искали первосвященники и книжники, как бы взять его хитростью и убить. И пошел Иуда Искариот, один из 12, к первосвященникам, чтобы предать его им.
Молитесь, чтобы не впасть в искушение. Ночью в Гефсиманском саду. Чашу сию мимо меня. Впрочем, не моя воля, но твоя да будет. Явился же ему ангел с небес и укрепил его. И был пот его, как капли крови, падающие на землю. Что вы спите? Встаньте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Нам мечом. Схватите его сейчас же. Оставьте, довольно. Это чудо. Чудо. Как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять меня. Каждый день бывал я с вами в храме. И вы не поднимали на меня рук. Но теперь ваше время. И власть тьмы. Возьмите его! Следите за ним. Ну что? Иди! Вот мантия царя. Скажи нам, что будет? Ты спасешь нас, а? Великий царь, ты нас спасешь? Вот ты спасешь нас! А может быть, сам себя спасешь? Смотри, какой щуплый да, царь. А я есть. Думал, он покрупнее. Но тут совсем даже бить жалко. И этот был с Иисусом. Нет, я не знаю его. Я видела, это точно он. Ну что, великий царь? Царь иудейский. Я бы таких разбойников на месте убил. Ну помилуй их, Господи, не карай. Ну прошу тебя, на слуг своих смиренных не карай. Мы твои покорные слуги, что? Приятно, да? Когда на кого-нибудь смотрят с почтением. Еще надумал разбойника. Кесарю подать не дать. Мне кажется, ты один из них. Нет, я не из них.
И сегодня вечером в карауле стоять. С подружкой не увижусь. Слушайте, и этот был с Иисусом. Ибо он галилеянин. А, прекрати. Я не понимаю, о чем ты говоришь? Нашим, когда отвергали они слово твое. Даже когда ты гневался на них, ты не истребил их. Ты из-за любви твоей к ним и завета твоего жалел их. Прости и меня. Кто тебя ударил? Ну кто? Следующий ударит, а? Остановите! Стойте, я говорю! Ведите его на совет! Иди. Скажи, значит, ты есть Христос? Если скажу, вы не поверите. Если же и спрошу вас, не будете отвечать. Отныне Сын Человеческий воссядет одесную силы Божией. Так значит, ты Сын Божий? Ты говоришь, что я. Овен, Овен. Его мы сами слышали из его. Пилату его. Правильно, судить его нужно. Какое же свидетельство еще нам нужно? И Овен, мы сами слышали из его уст. Отведем его к Пилату. Иди. Поутру первосвященники со старейшинами и книжниками и весь Синедрион составили совещание и, связавши Иисуса, отвели и предали Пилату. Чего вы хотите от меня в такой ранний час? Мы нашли, что он развращает народ наш. Он возмущает народ, уча по всей Иудее. Какое будет ему наказание? В тюрьму его! Я не нахожу никакой вины в этом человеке. Он виновен. Он запрещает давать подать кесарю, называя себя Христом и царем. Царем? Ты царь иудейский? Ты говоришь? Он учит по всей Иудее, начиная от Галилеи до сего места. От Галилеи? Разве ты галилеянин? Пусть тогда Ирод разберется с ним. Ведь Ирод сейчас в Иерусалиме. К Ироду его.
Так кем ты себя назвал? И кто те, которых ты зовешь апостолами? Про тебя говорят, что ты чудеса можешь творить. Сделай для меня одно. Мой господин, он разлагает умы всех людей. Он зовет себя царем. Царь? Он царь? Великий царь. Наказать его. Ведите его к Пилату. Пусть он решает. Царская пограница. Я ничего достойного смерти не нашел. Я велю высечь его и отпустить. Ты должен помиловать одного узника по случаю праздника. Отпусти нам Вараву. А этого казни. И ты высечь его. Распни его! Распни его! Он ничего не хочет. Почему? Распните его! Расставьте его! Распни его! Расставьте его! Расставьте его! Отойдите от него!
Мы плачем о тебе, Господи, плачем. Пей, пей. Дочери Иерусалимские, не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших. Ибо если зеленеющим деревом это делают, а то что с сухим будет? Спаси тебя, Бог. Мы помолимся за тебя. Иди. Стой здесь. Быстро. Быстро. Пошевеливайся там. Быстро. Проснись. Быстрее! Пошевеливайся! Быстро, быстро! Теперь ты иди, иди! Других спасал. Пусть спасет себя самого. Спаси себя, если ты Христос. Сойди с креста. Сотвори чудо для себя. Это не простая одежда, а чудотворная. Дайте мне, ну дайте мне, хочу ее. Мне тоже, я тоже хочу. Подождите. Давайте ее разыграем. Разыграем, разыграем. Кто получит старшую одежду? Нет, я тоже выиграю, давай. Нет, я тоже, ну что. Ах ты счастливый, где же тебя везет? Как повезло.
Спаси себя, если ты царь иудейский. Спаси себя и нас. Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же, а он ничего худого не сделал? Помяни меня, Господи, когда придешь в царство Твое. Истинно говорю, ныне же будешь со мною в раю. Было же около 6 часа дня. И сделалась тьма по всей земле до 9 часа. И померкло солнце, и завеса в храме раздралась посредине. Некто именем Иосиф, член совета, человек добрый и правдивый, не участвовавший в совете и в деле их, ожидавший также Царствия Божия, пришел к Пилату и просил тело Иисусова. День тот был пятница, и наступала суббота. Можете снимать его, раз Пилат разрешил. Ha
Прости нас. Мы последуем за телом Господа нашего. Хорошо, как хотите. Идемте скорее. Суббота наступает. Первый же день недели, очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они ко гробу. Живого между мертвыми. Его нет здесь. Он воскрес. Вспомните, как он говорил вам. Сыну человеческому надлежит быть предану в руки грешников и быть распяту, и в третий день воскреснуть. Отварен. И мы увидели, что тело Господа нашего. Нет. Нет, что? Что? И вдруг два мужа в одеждах блистающих предстали перед нами и сказали: вы ищете живого среди мертвых. Это правда. Вот нет. Правда. Пуста была гробница, и тела Господа нашего там не было. Петр, ты должен верить нам. Шел с нами. Но мы не знали, кто это. В преломлении хлеба мы узнали его. В Эммаусе? Как он там оказался? Мир всем вам. Что смущаетесь? И для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки и ноги мои. Видите, это я сам. Коснитесь меня. Ибо дух плоти и костей не имеет. Вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами. Что надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом, в пророках и псалмах. Там написано: Мессия будет страдать и воскреснет из мертвых в третий день. И проповедано быть во имя его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели всему. И я пошлю обетование отца моего на вас. Вы же оставайтесь здесь, доколе не облечетесь силою свыше.
Да благословит вас Господь. Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Уча их соблюдать все, что я повелел вам. И я с вами во все дни до скончания века. Аминь. Пуста гробница, в которой было тело Господа Иисуса Христа. Через 3 дня после распятия Он воскрес. И Он жив. И сегодня Он хочет войти в жизнь твою. И Иисус сам сказал: «Аз есмь воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если умрет, оживет». Почти 2000 лет минуло, как Иисус Христос воскрес из мертвых. Он живет и сегодня, и влияние Его остается неприходящим в мире. Являлись и исчезали гордые повелители прошлого. Цари и ученые, писатели, философы и теологи, известные в свои времена, уходили в небытие. А Иисус живет сегодня. Во всей истории человечества личность Христа – единственно. Единственным было рождение Его. Библия рассказывает нам, что Иисус был рожден от Девы Марии. Неповторима была и жизнь Его. Он жил святой, безгрешной жизнью и творил чудеса, несравненные ни с чем, что когда-либо и кем-либо осуществлялись на земле. И благовестие Его людям неповторимо. Он предлагает любовь, всепрощение и новую жизнь всем, кто примет Его как их Спасителя и Господа. Куда бы ни был послан этот призыв, Он повсеместно рождал и рождает новую жизнь и новые надежды для всех принявших Его. И смерть Его на кресте была беспримерна. 2000 лет назад Бог Вселенной послал Своего Единородного Сына Иисуса как жертвоприношение за грехи всех людей. Он умер за тебя. И воскресение Его было беспримерным и сверхъестественным. Через 3 дня после Его смерти произошло событие, наиболее удивительное во всей нашей истории. Иисус воскрес из мертвых. Рождение Иисуса, Его жизнь, смерть и воскресение Его – все это доказывает, что Иисус и есть тот, кем Он себя называл. Сын Божий и Спаситель всего человечества. Иисус Христос жив и сегодня. Он среди нас. Он хочет войти в твою жизнь и простить твои грехи, и дать тебе силу для полноценной жизни. Слушайся в Его слова. «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас. Я есть путь и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Библия говорит: «Потому что все согрешили и лишены славы Божией». Она говорит также: «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем». Смерть Иисуса была платой за грехи твои. И сейчас Он ждет, готовый войти в твою жизнь. «Смотри, я стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду я к нему». Чтобы познать любовь Христа и Его всепрощение и дар вечной жизни, ты должен принять Его самого как жертву Божию за грехи твои и верой принять Его в свою жизнь. И если таково желание сердца твоего, помолись молитвой веры, и Иисус Христос войдет в твою жизнь. Вот образец молитвы. Я произнесу ее сначала один. «Господь Иисус, Ты нужен мне. Благодарю Тебя за смерть Твою на кресте во искупление моих грехов. Я открываю двери жизни моей
и принимаю тебя как Господа и Спасителя моего. Жизнь моя в твоих руках. Сделай меня таким, каким бы ты хотел видеть меня. Аминь. Если эта молитва соответствует зову сердца твоего, то произнеси ее прямо сейчас. Я повторю ее медленно, отделяя фразу от фразы. А ты повторяй за мной. Господь Иисус, ты нужен мне. Благодарю тебя за смерть твою на кресте во искупление моих грехов. Я открываю двери жизни моей и принимаю тебя как Господа и Спасителя моего. Жизнь моя в твоих руках. Сделай меня таким, каким бы ты хотел видеть меня. Аминь. Теперь, когда ты помолился этой молитвой веры и попросил Иисуса Христа войти в жизнь свою, можешь быть уверен, что Он пришел к тебе, ибо Он обещал, что придет ко всякому, кто призовет Его. Будь уверен также, что грехи твои прощены, и что отныне ты дитя Божье, и вечная жизнь будет тебе дарована, если ты будешь следовать Его повелениям. И если ты хочешь прожить жизнь полноценно и счастливо, как обещал Иисус, говори с Ним в молитве каждый день. Познавай в чтении Библии Его предначертание твоей жизни. Общайся с теми, кто любит Христа и следует Ему. И в заключение. Всегда помни Его истинное и прекрасное обещание. Я с вами во все дни, до скончания века. Аминь.